Наконец-то выходит долгожданный Юрий Арцизов под ваши аплодисменты, конечно же. Потому что я тебя долго ждал. Поэтому долгожданный. Долго и жданный. Спасибо, Гриш, что приглашаешь. Да, получилось, по-моему, я раза четыре тебе отказывал, да? Безобразие. Отказывал. Каждый понял, как он это понял, да? Не знаю, моей репутации холодного натурала знают все. Это да, у нас с Гришей любовь чисто творческая. Юра мне пишет песни, и все. И больше ничего. Именно любовь, потому что к творчеству. Иначе это не назовешь. Извини, что я настраиваюсь. А что нам оправдываться? Если я Грише личную песню в свое время посвятил, об этом тоже все знают. Кстати, я сегодня спою третью песню новую, которую ты мне также надоумил. Когда ты сказал, что ты Урганта, я Цикало, вот на эту тему я написал еще одну из композиций. Круто. И только нужно это уточнять, как Ургант и как Цикало. Да, и как Цикало. Че, не понял? Ну, сейчас, когда ко мне к ней подойдем, она будет третья. У меня все коротенькие песенки. Я поясню потом. Все не так уж и просто, но сейчас не о том. А ты готов был отдать все на свете, чтоб вечер этот выпить до дна. И, конечно, не важно, что Google ответит, важно, что ответит она. Подтанцовка пошла. Не ожидал, буду должен. Уж забыл. А следующую песню я хочу посвятить бабьему лету, который нас продинамило в этом году, в эту осень, да? Бабье лето в осень продинамило. В осень. Еще осень не закончилась. Ну, я ждал как-то либо в сентябре, либо в октябре, я думаю, Антох, в ноябре уже снег выпадет. Давайте верю. Собственно, песня, да, так называется, как испортить лето. Сейчас найду их. Ну да, это именно бабье лето. Ну, как в том анекдоте, никого не хочу обидеть. Какие бабы, такое лето, да? Мы будем стараться. Я бы.
дни сбудется все то, что вы хотели. Не унывайте, вы не одни. Когда мечта твоя проснулась, ты улыбайся, бедам на зло, чтобы удача не отвернулась, чтобы однажды тебе повезло. Ты посмотри, какое классное лето, на мгновение остановись. А если захочешь испортить это, безответно в кого-то влюбись. Я знаю, любовь — это светлое чувство, и от него ты не убежишь. Но отчего-то печально и грустно, если себе не принадлежишь. А так хотелось тепла и света, который в тебе не гаснет никак. И пусть помогут найти ответы доброе сердце и уверенный шаг. Посмотри, какое классное лето, на мгновенье остановись. А если захочешь испортить это, безответно в кого-то влюбись. Ты посмотри, какое классное лето, на мгновенье остановись. А если захочешь испортить это... Просто влюбись. Ну и в завершение совсем короткая композиция. Вот как раз про «Как Ургант» и «Как Цикала». Я ее называю философско-юмористическая композиция. Называется «Тратить время». Так вот я ее назвал, чтобы было более понятно основная мысль, о чем она. Коротенько. Если б я был Ургант, снимался на первом, шутил бы остро, не тупил бы никак. Жизнь моя была бы как лотерея, то сложно, то просто была бы. А так я уже полжизни пишу свои песни, задачи мои предельно просты. Я приношу вам добрые вести, а на что свою жизнь потратил бы ты? Цикала тот, что Александр, я б развелся с Лолитой, сам бы был не дурак. Играл бы на досуге я всякие джазы и прочую музыку играл бы. А так я уже полжизни пою свои песни, задачи мои предельно просты. Я приношу вам добрые вести, а на что свою жизнь готов тратить ты? Вы скажете мне, но какие вести? К чему эти если, если вы да кабы? Каждому лучше быть на своем месте. Так на что свою жизнь решил тратить ты? Меня показал Юрий Арцизов, это был, дорогие друзья. Спасибо большое Юре за его искренное выступление. Юра всегда желанный гость на всех свободных микрофонных марафонах. Под моим, так сказать, под предварительством. Ну вот, а сейчас...